Всем привет, дорогие друзья, с вами Нелапси. Мы продолжаем проходить Metro Exodus, это у нас пятая серия, да? А что у нас было в прошлой серии? Мы закончили первую локацию, да, у нас? Нет, подожди, какая локация? Со святошами закончили ее. Потом, что у нас еще было? Мы сразились с людоедами, да, которые захватили бункер. Вот, и прикидывались там чуть ли не главные вообще во всей стране. Все, давай посмотрим, что у нас там дальше будет. Поехали. Мы подъезжаем к цели нашего долгого путешествия. Правительственному бункеру Ямантау. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня за то, что я разрушил прежнюю жизнь. Он очень волнуется перед обещанной встречей с министром обороны. Подожди, в смысле? Так я же эту прошлую часть прошел. Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Ребята же не разделяют его восторга. И задают непростые вопросы. Где база оккупантов? Подожди. Серьезно? Так, ладно, благо это мы уже на выходе. Да не, значит, у нас не прошло. Ладно. Давай тогда тут у нас досражаемся, да? И пойдем дальше. Да. Вот это оружие нам еще надо будет поменять. Потому что, как оказалось, это такое себя. Гол уже попал, не? Что живучий гад. Тихо. Сейчас как раз бросим молотов, то, что мы вчера не сделали. Праведное место ачивку дали. Неплохо. Вчера не получили. До свидания, на ласковый мишка. Ну, нормально. С этим местом, похоже, окончательный овер. Пора и в настоящий правительственный бункер. Угу. Кретин поверил этим с Ганзы, что Москва в подчинении у Ставки, что оккупация, что по законам военного времени, что в Москве полковники, а тут генералы. Как салага поверил! Сука! Ну чё, пацаны, чё делать-то было? Ну что, я повторю свой вопрос. И что теперь делать? Чё-чё, выживать? Может, все же вернуться в Москву? Да не-не-не, кого не надо. Про правительство. Мне кажется, Настя с девчонкой... Ой, Настя с матерью, я не помню, как ее зовут, не выживут там. Да и кто нам поверит, доказать-то нечем. А может, вернемся на Волгу? Там вроде жить можно. А с местными что делать? Да. Они нам, если помните, не особо обрадовались. Убить всех? Кто-то готов на такое пойти? Артём еще в Москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию. Настигать, вот, точно. Точно, спасибо. Ну так, может, пора уже это сделать? Спасибо. Идея хорошая, да. Только как место найти? По всей стране мотаться? Авроре капремонт нужен. Она рано или поздно встанет. Что тогда? Спутники. Что нашли? Спутники? Свалить с этой гребаной планеты? На Каспии есть центр космической связи. Несколько лет после войны он работал. А, если нам удастся получить собранные спутниками данные... То ехать наугад не придется. Данные радиационной разведки и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь. Ну, давай попробуем. Это идея.
А что, если в этом центре что-нибудь похуже каннибалов? Не исключено. Но, во-первых, теперь мы будем действовать осторожно. А во-вторых, есть идеи получше. Просто ехать. У меня нет. Ну, значит, у нас появился новый план. Ну что, Артём, поехали искать твою идею. Обед не удался, а достижение дали. Так, подожди. Единственное, что я сейчас проверю сразу, да? Да, все нормально. Играешь сам, не помнишь имена персонажей? Ну, Катя, она такая себе, типа. Испытаний. Настя, она веселая, после поэтому запоминается. Мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспий-1 нас отделяют считанные километры. Так. Найдется ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место, где мы сможем, наконец, спокойно жить? Не знаю. Но что нам остается, кроме надежды? Пустыня дает о себе знать. Экипаж все больше страдает от жары и жажды. Да и Аврора не в лучшей форме. Уголь кончился, и ее пришлось перевести на подножный корм. Старые шпалы и хворост. Угу. Хорошо. Фига, блин, тут, конечно, жарят. Смотри, Аника прям совсем скоро разденется. Ты как в целом? Да уж, приехали. Один песок кругом. Да, и нормально. Хреново мне тут. В смысле, машина? Какая машина? Артём, машина! Фига себе. Барону. Надеюсь, будет 18 плюс контент, я сразу же его закрою. Что-то не нравится мне эта встреча. Да. Хотя... Они в поселке тормознулись, около дома с антеннами. Понятно. Блин, что даже не знаю. Степан совсем плохо. Тормозить, не тормозить 18 плюс. В нормальной форме получается только вот мы. Аня, вы с Дамиром отправляйтесь на разведку. Угу. Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот только, товарищ полковник, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить. Жадина. А топлива и вовсе нет. Ну, мне не жалко, просто потом как бы это... Бан может прилететь. Анна, а создавать новый канал такой себе. Поиск воды и топлива. Сэм, поднимай бойцов. Готовимся к обороне. Ну, давай. Так точно. Будь поосторожнее, хорошо? А, обязательно. Артём, надо выяснить, кто эти типы на машине. Так. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Угу. Машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи. А значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас все будет кстати. Окей. Когда будешь готов, выдвигайся. Я готов. Я сейчас... Единственное, что... Привет. Так, подожди, а где у нас... А куда двигаться-то? А, вот. Единственное, что... Можно мне... этот верстак... Артём, иди сюда, дело есть. Так. На разведку собираешься? Да. Глянь, пригодится. Это что такое? Я тут отличную штуку сообразил, как сделать. Так. Высверлил пару шариков для тихаря. Ага. А, пламенные патроны. Взрывчаткой. Понял. Разрывные пули, короче. Ага. Можешь хорошо. Сам попробовать. Там все так. Несложно. Единственное, что давай сейчас, знаешь, что сделаем? Песок, сам понимаешь. Вот так, да? Патроны. Ну, давай сделаем, ладно, ага. А это мне нафига, ладно, сейчас.
Три детали всего. У-у-у, как все плохо. Мне бы вот на самом деле вот эту рожбачку бы поменять. Потому что вот не фанат ее вообще. Угу. Давай заменим на калаш. Да. Угу. Тут мы сделаем вот так. Прицел. Ага. Патронаж, магазин. Прицел. И все. Все. Нормально. Угу. Ну, главное, аптечки есть. Патронов немного есть. Сейчас, если что, немного выбьем еще. Так. Че, куда, зачем и почему? Тут у нас... Ничего не хотите сказать? Нет, не хотите. Хорошо. Угу. Тут все в порядке. Сразу же проверим. Сральник. Сральник. Фух, а солнышко-то припекает. Это да. Окей, занимаем оборону. Ты давай в хвост поезда, идёт к паровозу. Ага. Я тут пока наведу порядок, потом Степана перенесем. Здесь прохладнее, чем в вагоне. Задача ясна, ваш благородие. Разрешите приступать? Ха-ха, разрешаю. Ну, я пошел. Давай, давай. Ладно, поехали. Так. Тут я осматривал? Тут вроде не осматривал. На солнышке перегрелся, что ли? Ага. Мы тут все перегреты. Я его сбил, когда Степана... Пергреты. Ты там это, не пергрейся. Я сейчас так, знаешь, чисто тут вокруг осмотрю, чтобы, если что. Потом, знаете, что и как. Это я, знаешь, так чисто проверить. Типа, нужны ли там шкуры какие-нибудь или еще что-нибудь. Не нужны. Хорошо, значит, зайчишек больше не трогаем. Так, здрасте, потрошки, здрасте, ага, так, подожди, оля какой, да, угу. Дробовичок, да? Блин, вот жалко, тихарь нельзя выкинуть, типа, чтобы взять другое оружие. Давай вот этот вот мы снимем. Если потом будем бегать вот с этим пистолетом, как бы у нас уже будут обвесы. Все. Потому что его сейчас чистить еще надо будет. Там слишком много заморочек. Главное, что нашли. Место, конечно, гиблое. Блин, сюда машина какую-нибудь, не знаю, там. Хоть какую-нибудь, чтобы, знаешь, быстро передвигаться. Я понимаю, тем жарко, я все понимаю. Давай в тенек. Ты что такое? Ага, хорошо. А в следующий раз тоже их не будем трогать. Вроде ничего опасного такого нету. Угу. Вот и база, да? Ёб твою душу.
Ля-ля, их тут сколько? Демонюга. Псы. Хорошо. Угу, называется, попробовал по-тихому. Тише будь. Дофига их. Кш отсюда. Кш-кш-кш. По-тихому давай как-нибудь сюда вот. Заберемся сейчас. Опа. Так, кто у нас тут? Зомби какие-нибудь? Потому что по звуку не сказал бы, что это человек полноценный. Понятно. Тема с рака толстым. Ну да, да, да. Допустим. С патроном. Угу. Чё-то. Кстати, царя рыбу мы так и не убили, блин. А надо было бы. Чё-то только сейчас подумал об этом. Ёпт. Дурак, что ли? Еще раз говорю, дурак, что ли? Не люди проклятые. Так, сись, демонюга. Так. Ничего. Нет, ничего. Нормально, ладно. Главное было посмотреть, что у нас тут и как. У нас может быть попроще. Вагоном, блин, слышишь, походу эта локация прям очень-очень-очень-очень большая. Это надолго. Мы тут. Дурак, что ли? Не вижу. А. Да тихо там, слышишь? О, прилетело в головку, отлично. Да, алло. Фига себе, там прилетело неплохо. Угу, угу. Через контейнеры, серьезно? Я там... В целом, как нормально через контейнеры простреливать. Слушай, походу я сейчас тут сдохну нахрен. Нам вообще туда? Нет. Не совсем, да? Туда он, окей. Ну, я попробуем сейчас на вышку, посмотрим, что там. Или это по-быстрому, типа, оттуда сюда перебраться. А что, по карте? Сейчас посмотрим. Надо в какое-нибудь безопасное место отойти, чтобы посмотреть, чтобы это не простреливали.
Ничего, понятно. Значит, это по-быстрому, чтобы оттуда сюда добраться. Ладно. Значит, а уходим отсюда. Сейчас отбежим вот сюда вот. Каз захотел отбежать. В более спокойное место. Да? Все вроде спокойно, да? Так, что там по карте? Ну, в принципе, нет, не такая уж и большая, типа. Просто странно как-то. Ладно. А, подожди, а нам вообще куда-то вон туда он. В начало к поезду. Чуть раньше поезда. Блин, ладно. Тих ты тут. Дурачок, что ли? Вот неугомонный, слушай. Не желаете немного успокоительного? До свидания. Ну, короче, понятно, это скрематовая, это локация, типа, видишь, они опять же лезут из земли, то есть ты сам даже не знаешь, куда ты идешь. Сучка. Подлагивание. Нормально. Патроны дай. 7 патрон, классно. Семь патронов, это, конечно, замечательно. Но, типа, маловато как-то. То забраться он не может. Так, ладно. Я тебя понял, хорошо. На лодку еще, кстати, можно забраться, попробовать. Оказалось, думал, радиация пищит. Ну заберись. Ну чё, ну хорош, херней страдать. Ой, вот дурачок, а. Наконец-то. Так, наверху там вон кейсик какой-то. Опять, да? Опять начинаешь? Вот вообще. Лодка в пустыне? Странно. Ну вот. Вот так. А почему? Может, тут озеро раньше было, типа, и просто этого песка намело. Так, у нас там кто-то сидит слева. А, я понял, это эти мелкие. Окей. Так, тут мы не пойдем. Погнали тогда обратно сейчас. Пробежимся. Раз уж нам по миссии туда, то давай -то туда и побежим. Че, демонюк нету? Ну и хорошо.
Демонюк так же, как патрон. Нету. Их просто нет. Подожди. Стой. Окей. Но опять же нет патронов, да, на него? Тихарь, идут у меня всего 16 патронов, слушай. Так нам надо срочно патроны сделать. А то вообще сейчас загнемся. О! Патроны есть? Патроны есть, но не те, что нужно. Так. Почистить. Охренеть. Ага. Зеленый лазер, окей. Зеленый лазер, ага. Это то же самое, да, зеленый лазер? Ну да. Да, это не важно, не особо. Так. Значит, что нам нужно? Нам нужны патроны. Давай вот так тут сделаем, да? И если что, уже потом... Будем надеяться, что найдем патроны на автомат. Потому что это полнейшая жесть. Патронов вообще нету. Ай, Тёма. Так. Тихо там. Змейк. Так. Отлично. А патроны как бы на дробь тебе не нужны? Там у него на ноге были, нет? Я тебя услышал. Ты кто? Ну, в принципе, вот тебе, пожалуйста, и патроны, да? Просто походил по вагонам. Артём, а. Тут, похоже, буря собирается. Кого? Вот это? Да вообще пофиг, и что теперь? Да тихо там, змейка, блин. Убью тебя рано или поздно. Не, ну буря это, конечно, плохо, но типа... Интересно же, что будет. Фу, змеи. Вообще. Вот, а у меня также спул... Дурак, что ли, ёпт. У меня также с пауками. А ну-ка. Да. Сука. Свидания. Да. Нафиг, а то знаю я их. Сначала отпускаешь, а потом, блин, пипец тебе приходит. Понял, ладно. Так, а вот у нас и демонюга. Нет, демонюга. Для демонюги он слишком мелкий.
Угу. Так. Ну, в принципе, да. Правда, чуть левее, вон туда. Ну, давай сейчас вот отсюда вам зайдем, посмотрим. Охренеть там, да? Темнота, блин. Так, ну то есть тут нет вообще ничего, да, нет? Угу. Ладно. Там, смотри, еще что-то есть. Офигеть, блин. Столько пространства для исследования, что просто глаза разбегаются. Вроде надо еще идти в одну точку, блин, а как бы хочется вообще в другую. Простите, бабуля? Или кто там были? Ага. Вот ты беспаленный, конечно, а? Так, там вот кто-то есть. Подожди. Что такое-то? А, я понял, монстры, окей. Так. Здрасте. Ага. Хорошо. Я думаю, пока мне нет смысла, типа, пережидать бурю. Она сидит. О, о. Стреляет уже. Так. Допустим. Что тут есть? Угу. Угу. Слушай, сколько там монстров? Охренеть. Все в одном месте. Бы беспаленный, да вообще жесть. Нора для слишком большого зайчика, да, я так понимаю. Так. Угу. Хорошо. А что ты у нас заходить не хочешь? Угу. Ну, допустим. Гуманист там. Дурачок. Угу. Нормально. Пролутались. Ничего. Есть что-то. Так. Ага. Шо? А замка нету? Почему? А, ну понятно. Типа засыпано, не открывается, ага. Слушай, а тут смотри, прям темнота уже. Вот этого. Прям реально, смотри, темнее становится и этот. Песок пошел. Блин, давай попробуем, конечно. Ага. Когда попробовал по-быстрому? Короче, ладно, нафиг. Погнали на обратном к поезду, не знаю, попробуем переждать эту всю бурю там и так далее, там подобное. Потом тогда уже этих зачистим. Да, дурак, что ли, слышишь? Вот дурачки. Ёп, вас тут. А чё так много? Я понял. Не пиши мне письма. Я думал, тут типа, не знаю,
типа заскриптовано, пока ты там бандюков этих не зачистишь, не будет никаких бурь. Двусмысленно прозвучало, но вот так тут. Двусмысленность наша все. Охренеть, сейчас походу там и оружие, и брони надо будет чистить. Ну, а посмотрим. Жесть, ты посмотри. Не, вот это нормально. А, ну правильно, я потому что ходил только с пистолетом. Поэтому калаш как бы нормальный. Там броня, наверное, вообще убитая. Нет, тоже нормальная. На удивление. Ладно. Так. Патроны. Блин, как же много под этого. Материалов нужно, охренеть. Разобрать три материала, одну эту. Ага. Угу. Ну давай, допустим, вот так и. А, ну да. Угу. И я тебя понял. Артём. Че? Подожди, я с тобой. Прошвырнемся, может. Куда полегчает. Ты со мной? Лежи, Стёпа, отдыхай. Ты же еле ходишь. Лучше отдохни, пока не твоя вахта. Да, Тёмыч. Что-то мне хреново совсем. В следующий раз. Вот и правильно. Артём, а дальше уже нельзя идти. Не воевать ведь собрались. А если нападут на них? Тогда они сразу обратно. А тут вы с Сэмом... Охренеть. Так что отдохни пока. Просто охренеть. Да. Так, ребятки, ну-ка давайте все в поезд. Где тут переночевать-то можно? Здесь вообще переночевать-то можно, нет? Артём, заброшенный поселок, здание с антенной. Узнай, кто туда поехал. Будем ждать от тебя. Я понял. Можно как-нибудь переночевать, чтобы переждать эту бурю, не? Вот это я понимаю, как есть новенькая. Красота, хоть где-то порядок. Угу. Хрен, тут поспишь, да? Блин, ну будем ждать тогда еще, что я могу сказать. Будем тогда ждать. Ну, хорош, все одно, как вчера чистили. Кого? Чудесно, смотрим дальше. Дурак, что ли? Артём, заброшенный поселок... Я знаю, да. Блин, темно вообще, жесть. Охренеть, там штырит, конечно. Че, может пока с чатиком поговорить? Чего снова? Ой, жесть, слушай, походу эта локация реально будет долгой. Кто там стреляет? Он что там стреляет? Эй, бандюки. Опять оружие придется чистить. Слушай, а как у нас же есть инвентарь еще какой-то, типа, ручной. Как им пользоваться? Это карта. Нет, не то. Ой, сука, сложно. Так. Угу. Угу. Так, сейчас заглянуть, окей. О! На ай, правильно получается у нас тогда? Да, на ай. Значит, держим этот кнопочку ай, и можно уже тут с собой делать все. Окей. Отлично. Значит, лишний раз не придется бегать.
Ну давай, заканчивайся уже, ну. С реально, блин, много времени тупо вот на вот этом потеряем. Причем, понимаешь, ведь не переждать, типа. Артем, заброшенный поселок, здание с антенной. А, ты уже достал. Записал? Давай дальше. Че записал? Мужики, дайте поезд. Хорош стоять тут. Охренеть, там пар идет. Странная эта погода, конечно. А что мне лес? Что мне зной, да? Что мне дождь проливной? Как там Степа? Тепловой удар. Mm. Ну и обезвоживание в придачу. Ему бы в холодке полежать. Сейчас ребята станут. Ну вот, видишь, нету. Я бы... Там хоть тенек. Тут вот, видишь, даже дальше пройти нельзя. Там же, по идее, спальня. Поспать можно. Было. Угу. Так. 12 патрон, 16 патрон. Давай еще сделаем, ладно. Тут у нас еще остальные шарики. А, зажигательные 30 есть, окей. Метательные ножи. Угу. Банки есть. Это не надо. А тебя опять, да? Вроде только вот недавно чистил. Немного, блин, вышел. Давайте на улице уже, блин, грязный. Гады. Не знаю, давай я с кем поговорю, может. Время убить. Че, ребят, как у вас дела? Когда с батей остался один и батя пьяный. Ля, оружие всякие, а? Мощно, мощно. Ну давай уже, ну. Блин, вот надо было в такую передрягу попасть, конечно, а? Причем тут даже бегать нельзя. Ну дайте поспать, ну. Блин, я даже не знаю. Хоть реально возьми там стрим, да, заканчивай и жди, пока эта буря перейдет, ну, пройдет и типа дальше играй. Потому что это же потом все выходит на YouTube. Типа такое себе ожидать, пока буря пройдет минут 10-20, сколько мы уже тут сидим-то. Ай, не продумано это все, не продумано. Сейчас не подожди, а, то есть так не посмотреть, да? Обидно. Вырезать же можно, можно, я же не спорю, но типа оно идет прям автоматически с Твича на YouTube. То есть я даже ничего не изменяю в этом стриме. Я не знаю, у меня, типа, так вот ролик нормально идет и стрим, да, типа, запись нормально с голосом. Как только я скачиваю его и, типа, переношу там в Vegas или еще куда-нибудь, он прям сразу рассинхрон со звука, ну, звука и картинки идет.
Я не знаю, в чем прикол, конечно, но... Как бы, блин. Не нравится мне это. А выпускать с рассинхроном такое себе. Да давай уже быстрее, ну. О, вот неугомонный. Не, вот на этой локации по-любому надо дома открывать, потому что если вот такое вот будет, то потом в следующий раз не ждать. Есть ли тут где-нибудь поблизости вообще дома? Вот интересно. В принципе, можно было бы сейчас сбегать, открыть. В принципе, вот у бандита, вон, видишь, над крестом там выше дом. Вот, не знаю, там, типа, можно будет себе дом сделать или нет. Значит, надо сейчас будет бандитов по-быстрому вычистить. И, в принципе, если уже будет такая же буря, типа, там ночевать и нормально. Ну, чё, долго там еще нет. Я просто реально не хочу ни броню, ни оружие портить. Кто там стреляет, все? Угу. Ну тут вот у нас что? Просто проход, да? Угу. Стоит на дозоре. Здание с антенной, видишь? Вроде mm-hmm. туда машина пошла. Ты и там осторожней только. А то кто его знает, чего от местных ждать? Я уже охреневаю. От местных, блин. От погоды охреневаю, а не от местных. Просто гений. Короче, пошли. Реально, мы сейчас будем тут сидеть просто минут 30 и ничего не изменится. Не знаю, помрем, значит помрем. Единственное, что давай противогаз снимем. Осторожнее, да, там? Подожди. Угу. Ты это... Не взбухай тут, только катается он тут, прикинь? Еще уже. Нахрен пошли. Монстрики еще тут. Угу. Стреливаются уже там. С кем-то. Дурак, что ли, блядь? Ну нахрен. Да
Так, перезарядка. До свидания. Так, ну тут еще, по идее, будут. Давай. Так. База! Это Саул! Угу. База! Ответьте! Во! Понеслась аномалия. Отлично тебя слышу, братан. Держи в курсе. Не слышу вас! Ответьте! Иди ты в жопу, база! Неплохо. Что же вы такие бессмертные-то, а? Так, куда они ломились? Дурак, что ли? А ну нахрен пошел. Зря вы к нам сюда приехали. Я сдаюсь. Нормально. Так, подожди. Я понял, что можно спуститься, окей. Угу. Так, это у нас что такое? Так, ну окей. Оружие подобрали, в принципе, должно обновиться. Типа, такое. Теперь смогу это взять, оружие. И небо сразу успокоилось. Сука, что я могу тебе еще сказать? Просто сука. Вот стоило она того ждать 20 минут, чтобы, блин, добежать, убить одного, ну, не убить, а вырубить одного парня и все. А, жесть. Слушай, просто жесть. Тут у вас что-нибудь есть? Ни хрена у вас так нету, да? Ну, естественно. Угу. Дурак, что ли? Так. Сейчас опять же полностью все осмотрим, чтобы потом... Не было такого, что мы что-то упустили. Алёша! Бессмертный, блин. Самая топовая игра, что сказать. Ага. Ну ладно, хоть не головой в столб. На том спасибо. Так. Машина. Ага. Так, вот. Вот то, что мне и нужно было. Значит, теперь мы сможем еще и на машине, да, ездить? Отлично. А нахрен пойти не хотите? Правильно. И этого туда же. Что ж такое бессмертное, а? Yeah.
Откапывать тебя не надо? Не, не надо. Вылезай тогда. Охренеть, блин. С хозяевами этой таратайки, я так понимаю, поболтать уже не получится. Почему? Вон там. Несговорчивые какие. Там наверху они. Хотя, будь у меня такая машина, я бы тоже отдавать не захотел, небось. Едешь себе кум королю, это же не пешком по жаре топать. Ну, как кстати, бы да. Как раз сейчас и опробуешь. Пока ты тут в песке куличики лепил, я антенны разглядел. Кого? Ты центр связи там. Кулички я тут лепил, слышишь? Думаю, на маяке он, так что дуй туда. Я смотрю, у тебя глаз лишний один, не да? Пропустишь. Мне тут еще надо понаблюдать за окрестностями базы. Но как освобожусь, может отправлюсь к тебе. Охренешь. Кулички отлепил. А тут, блин, целый завод построил. Ужас. Руль, конечно, топовый. Что я могу сказать? Так. Угу. Для выхода У. Окей. Так, подожди. Единственное. Что там? Единственное, сейчас давай посмотрим. А, блин, для патрона надо ехать, да? А ну как бы. Угу. Всего 5-11 этих деталей, так что фигня. Значит, будем выживать. Что я могу сказать? Куда нам ехать? Влево. Окей. По дороге лететь. На-на-на-на-на-на. Барон говорить будет. Так, слушай. Барон говорит. Братва, мне сообщают, что на нашу территорию подвалили какие-то гастролеры на паровозе. Это странно. Мы вроде всем уже показали, что на нашу землю без приглашения соваться себе дороже. Гости, угу. Видать, непонятливых. Да. Ну или издалека. В любом случае надо разобраться, что это за черти и чего хотят. Сейчас разберется. Кого надо, вызову отдельно. Угу. А остальные пока готовить тачки, пушки и бычка из рабов. Змеюка проклятая. Так. Отлично. Патроны. Хорошо, хотя бы немного. Допустим. Ружбайчики тут никакой нет. Угу. Вообще ничего нету. Хорошо. А тут? Точно ничего. Понял. Хорошо. Поехали тогда дальше. Смотри, как прыгают, прыгают, ждут, значит. Не зря ждали. Так, мы куда, ты говоришь? Ёб твою бог душу. Я уж думаю, хотел сказать водичка. Смотри, какой класс, да? Ага. Класс! Да, подойди к этой водичке, узнай, что тебя ждет. Охренеть, блин. Дурак, что ли? Успокойся. Бегает там где-то.
шебуршат. Угу. О, есть что-то. Так, стоять. Ага. Успокойся. Привет, братиш. Скримота на скримоте. Ужас вообще. Ужас. Фу таким быть. Да, Илюш! Чтоб вас семеро любили. Чекай, еще замаскированный, блин, так. Охренеть, блин. Сейчас, сюда, да, еще один вылезет. А, нет. Угу. Кстати, а вот тут можно было бы и спальничек положить. На самом деле. И, типа, вот тебе нормальный дом. Правда, рядом тут, скажем так, горячие источники, да? Которые, как бы, могут тебя убить. Но это второстепенное. Главное, что можно поспать. Так, ладно. Что могу сказать? Тут ничего, в принципе, нету. Толкового. Демонюга опять летает. Ой, вот неугомонная. Едем тут потихонечку, ага. Все нормально. Проехала старушка. Так, а вот тут уже останавливаемся. Тут уже надо как-то по-тихому играть. Потому что, опять же, патронов-то не бесконечно у нас, правильно? Двое. Ага. Рудники. Угу. Они даже внимания не обращают. Подожди. Что-то я понять не могу. Они вроде и не враги, но типа и не друзья. Ну, как это понимать? Ну давай попробуем, ладно. Здорово, ребят. Здрасте. А вы кто? Кто? Не знал тебя совсем. Кого? Ты нас проверял, пришел, да? Нет. От барон пришел, слышка, да? Да, от барона. Прости, мерза. Я глупый, лохматый раб. Ничего не знал. Да, все нормально. Хозяин наверху там, да? Хозяин все знал, да? Ага. Понял. Хозяин у тебя, конечно, молодец, раз все знал. Вот это мы заберем, да? Ну, как бы, а зачем им? Кау. Вот тут вот, включите свет.
дал всем жизнь. Ага. Ты сделал хозяин велик, почти как ты. Привет. Ты кто такой? Что здесь делать? Кто разрешал? Хозяин тебя не ждать. Иди отсюда. Ну ладно. Когда придется по-тихому как-то. Вот сучка, палит, прикинь. Ну, в крайнем случае, как бы это... В голову-то я тебе выстрелю, братан. Ну, это опять же, в крайнем случае. Окей. Жду кары небесной. Угу. Пусть он меня поучит, покажет. Вот это мы зажжем, да? И вот эту. А, ну ладно. А, тут вы уже сами решаете, что вам нужно, что нет. Так, наверх, да? О! Так. Это что сейчас там было, а? Ничего. Привет. Это называется, я хозяина, да, убил, они как бы. А им как бы все равно. Еб твою мать, че вниз упал. Понятно. Второго давай. Да ладно, ребят, что назад-то? О. А, не показалось. Подождите, где калаш его? Нормально. Ну, прячься. В смысле прячется? Дурак, что ли? Правильно. Так я не собираюсь стрелять. Дурак, что ли? Так, все, всех обыскали вроде. Так. Да не буду, не буду. Ты оружку скинь. И уходи. Угу. Молодец. Что мог сказать? Угу, отличка, да, давай. Подлечимся. Угу. Ну ладно, отлично. У нас больше ничего нету. Поехали наверх. Нахрен. 17 патрон. Допустим. Угу. Заметочка. Отлично. Так. Да, перезарядился, ладно. Угу. Хорошо. Хватит падать.
Я уже не люблю эту игру, серьезно. Малейшей дыркой ты, блин, просто кубарем вниз, блин. Да, блин, еще потушил. Нормально, давай. Зажигай. Зачем? Као? А? Так бы и сказали, блин, фонарь, фонарю нужна зарядка, типа. Удерживай тебя. А? Зачем? Кого? Почему? Вон, давай вот сюда. Ага. Ага. Нормально. Отлично. Угу. Что такое? Какое-то улучшение, походу, для брони. Не знаю, не уверен. Так. Подожди. Угу. Вдруг ружбачка, знаешь, какая-нибудь топовая? Я взял, пробежал мимо. Наконец-то. С первого раза же мы не можем по прямой пройти. Спальник. Угу, наверху. Окей. Так, а где у нас вот? Ну да, тут у нас лестница наверх. Угу. Стоять. Ладно. Так, 3-4 аптечки, ага. Патроны. Достаточно. Вот этих можно. В принципе, да, нормально. Так, броня. Что у нас тут? Компас, а это что такое? Детектор движения. Это прибор при помощи разнообразных детекторов и сложных алгоритмов обрабатывает идентифицирует движение противников. Хорошо, однако требует практики для эффективного использования в бою. Ну, такое. Ага. Ага. Нет, нет, нет. Компас больше нужен. С врагами... Здрасте. С врагами у меня пока вроде как нет проблем. Так, а что это у нас такое? Угу, снайперка. Вместо пистолета еще. А вот хрен знает. Как тут сделаем? Бинокль. Так, ну и чё? Чё мне вообще, как бы, отсюда его нужно? Не, ружбаечка-то хорошая. Не спорю. Типа, прицел припилить и вообще идеально будет. Типа, а в чём смысл? На кой сюда прибегал? Угу. Пока с ней бежать вон туда? Подожди. А, нет, подожди, вон стрелка. Правильно, он мне показывает бежать. Ладно. Кого? Чего? С
Все, поехали тогда. Поехали, да. Как бы зачем нам машина, да? Слушай, а сколько сейчас времени? 22:25. Дурак, что ли? Подожди, что там было? Стой. Что там было? Зеленое. Вон там что-то было зеленое. Ну ладно. Поехали, в принципе, ладно, тогда. Попробуем сделать эту миссию и посмотрим по времени. Может, закончим сразу. Какое? Допустим, ладно. Не вопрос. Блин, там ехать и ехать. До этого маяка. Че говоришь, свежая игра, да, там? Ну. Ну, я как бы понял, да, прям. Прям сырейшая, да, походу, игра. Ладно, допустим. Пошли отсюда. Всем слушать, барон говорить будет. Всем слушать, барон говорит. Конечно. Ну а зачем мучиться, правильно? Я тоже так думаю. Да, она тут, конечно, дала. Дала им просраться в одиночку. Ребят, какого хрена? Да ты что такой неугомонный? Дурачок, блин. Патроны еще на него тратить. Твою! Только будь осторожней! Только, сука, будь осторожней! Я уже, блин, услышал и все, и пипец. Понял то, что как бы габелла.
Блин. Ладно. Угу. Держите. Нормально. О, что-то новенькое. Так, где эта хренька? Ну-ка нахрен. Заставила, блин, попотеть. Он, походу, там это мозг отхаркивает. Нормально. Угу. Угу. Ты давай тоже сюда. Взял, спалился. Нормально, наконец. Так это она же, нет? Ага. Не убиваем. Здесь собака добьем. Все тихо, да? Никто нет уже. Никто нет уже. Окей, сейчас подойду. Он враг, ты его убивал. Ты друг, думаю. Правильно думаешь. Дверь выкину. Ты стой, я лифт опущу. Ага. Давай. Нэнси! Испугал, гад. Вот молчал бы, я бы тебя не тронул. Ай, жесть, слышу. Так, где какой лифт? Да где лифт-то, блин? Как бы и сказала. Так, ну допустим. Вот там он еще кто-то, кстати. Видишь, фонарик светит. Охренеть, блин, тут, конечно, это место. Ты Артём, да? Да. Проходи. Кто убил Мунай Бай, мой друг? Кого? Мунай Байлер, народ Гюль весь в кун. В рабы превратил. Меня так же хотел. Лучше смерть. Угу. Слышу хорошо. Ваш человек помог мне. Гюль в долгу. Но зачем вы здесь? 5 лет никто не приходил. Один Мунай Байлер.
Гульнара, что вы знаете об антеннах возле вашего маяка? Раньше до войны центр связи был. Мама работала офицер связи раньше. Брошен давно. Был там после войны, искал следы мама. Ничего не нашел. Брошен. Гюль, услуга за услугу. Мы помогли вам, помогите нашему человеку попасть внутрь. Хорошо, я помогу. Артем, надо найти архив. Он должен быть где-то рядом с командным центром. Ищи снимки за послевоенный период, только свежие. Года с 2013-го. Дамир скоро будет там, можешь на него рассчитывать. Конец связи. Если идти сейчас надо, пока новый Мунай собака не приехал. Рабочий верстак. Если надо, пользуйся, да? О, давай. Там всякая опасность может быть. Умный человек не ходит. Ага. Ты умный, но у тебя выбор нет. Ну как бы да. Так. Сука. Все просто патроны. А я думаю, что он такое стреляет? Охренеть, тупо в ноль. Так. Удлинил ствол, ага, повышает точность и огненную мощь винтовки. Винтовки, да? Угу. Можем сделать из него снайперку. Правда, прицела нету какого-нибудь снайперского, но ладно. Так, ладно. Если, в принципе, найдем прицел, то можно будет сделать. Тут у нас что такое? Тяжело приклад. Ага. Так, значительно повышает стабильность оружия. Давай, почему нет? Угу. В принципе, все. Так, калаш. Давай, тоже немного почистим, ага. В принципе, не использую ничего. Че, давай тогда на этом закончим сегодня. Вот. Как бы всем спасибо, кто приходил на стрим. Все молодцы, прям люблю вас, целую в кузика, да. Ну а всем, кто это будет смотреть на повторе, не забывайте подписываться, ставьте лайки, комментировать. Ну а с вами был Нелапсио. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.